Говорят, что частным лицам нечего делать в космосе. Я категорически не согласен. У нас есть шанс первой американской миссии на Марс. НАСА присоединится к Гелиосу и Советам в трехсторонней гонке за Марс. Мы не уступим первое место никому. Быть может, мы откроем жизнь на другой планете, изменим теорию о том, кто мы и куда идем. Мощная пылевая буря закрыла оба места для высадки. Итог многолетней работы зависит от этого мига. Садимся вслепую. Приготовиться к удару. Быть первым. Вот что важно. Этот ресурс обеспечит большую земную колонию. Скажите, где искать воду? От этого зависит жизнь моего экипажа. Объединившись ради общей цели, мы сметем все преграды на пути. Это только начало. Thank you.